Уважаемый господин президент, дорогие друзья. Очень рад вас видеть снова в России. Хорошо помню нашу предыдущую встречу в Москве. В 2019 году это было. Рад, что вы смогли прибыть в Казань и лично участвовать в работе саммита БРИКС. Знаю, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения. Уважение законных интересов и суверенитета друг друга, суверенного выбора государств и народов, взаимовыгодные и честные равноправные сотрудничества и так далее. Поддерживаем ваше стремление подключиться к работе БРИКС. Венесуэла – один из давних надежных партнеров России и Латинской Америки, и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям. Растут и объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтики, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий. Ну, то, что они набраны как бы в пакете нашего взаимодействия, это хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать. Очень важно наладить, конечно, взаимосвязи в финансовой, банковской областях с опорой на расчеты в национальных валютах. Между нашими странами установлено прямое авиасообщение. Это способствует развитию как туристических, так и культурных, гуманитарных и научно-образовательных обменов. Налажена координация в рамках ООН и других международных организаций. Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер. Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях, развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии. Сегодня мы сможем обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Знаем, как вы со своей стороны, в своей стране отстаиваете интересы вашего народа, интересы Венесуэлы, как вы это делаете последовательно, бескомпромиссно, и мы безусловно, на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению. Благодарю вас. Большое спасибо за приглашение принять участие в историческом саммите БРИКС. Венесуэла идет по пути БРИКС также. Мы за равновесие в мире со времен Боливара. И porque tenemos el legado del comandante Hugo Chávez. У нас есть наследие команданта Уго Чавеса, который стремился создать многополярный, многоцентричный мир. Practicamos los principios de los BRICS. Мы применяем принципы БРИКС, потому что это и наше убеждение. Глобальный юг solo podrá existir может существовать con el derecho a tener el futuro, только a tener igualdad, a tener если libertad, у него будет право на будущее, право на свободу и справедливость. Si только este siglo XXI. В 21 веке, del gran cambio, de la gran transformación. В век изменений, el siglo del nacimiento век de una nueva geopolítica, зарождения новой геополитики, donde las nuevas superpotencias когда новые зарождающиеся China, державы, такие как Китай, como Rusia, Россия, como la India, Индия, puedan practicar relaciones de respeto могут развивать y отношения, основанные на сотрудничестве и уважении с народами глобального y юга, del este global, с народами глобального que al final востока. Все мы, государства-братья, я поздравляю вас с успехом этого исторического саммита. Это важный посыл надежды для всего мира. Россия и Венесуэла сформировали
связи, которые невозможно нарушить. Políticos. Политические связи. Lazo morales. Нравственные связи. Y lazos que se han puesto a prueba. Отношения, en todos estos años. Которые все эти годы проходили испытания времени. Мы прошли через пустыню, как мы знали. Я считаю, что мы прошли через несколько пустынь. Вчера мы смогли приземлиться здесь, в Казани, я сказал. Мы приехали, мы стоим на ногах, мы целы, и мы одержали победу. Народ Венесуэлы одержал победы, уважаемый президент Владимир Путин. И мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы, на экономическом фронте, на научном фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями, тем, что Россия — друг Венесуэлы. И мы готовы продолжать двигаться вперед. 7 ноября пройдет заседание МПК «Россия-Венесуэла». У нас есть обширная повестка. Мы продвигаемся по многим направлениям. Венесуэла смогла восстановить свою экономику собственными силами. У нас очень хорошие показатели экономического роста. Мы смогли победить инфляцию. У нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции в нашей стране для того, чтобы продолжать развивать нашу торговлю, укреплять отношения между различными секторами нашей экономики и развивать наши политические отношения с Великой Россией. Я еще раз поздравляю вас с успехом. Вся наша делегация готова к тому, чтобы мы могли и дальше добиваться успехов во всех сферах сотрудничества. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Спасибо большое, уважаемый господин президент.